В Эквадоре начали распределять гуманитарную помощь из Беларуси. Груз в Южноафриканскую республику, пострадавшую от разрушительного землетрясения, доставили белорусские спасатели. 80 больших палаток, около 2000 раскладных кроватей, дизель-генераторы и одеяло – все это передали жителям провинции Манаби. Стихия разыгралась в Эквадоре в середине апреля и унесла жизни более 600 человек. Восстановительные работы продолжаются. По предварительным оценкам, ущерб от землетрясения превысил 3 миллиарда долларов. Хочу поблагодарить Беларусь и белорусский народ за этот жест солидарности с нашей страной после землетрясения. Доставка этого груза показывает важные связи между нашими странами. Сейчас нашей стране предстоит восстановление. В этой ситуации мы видим дружественное плечо и доброе сердце белорусского народа. Между Минском и Кито 11 тысяч километров. Несмотря на расстояние, Беларусь и Эквадор развивают политическое и экономическое сотрудничество. Наша страна поставляет в Эквадор калийные удобрения, инструменты и электронную аппаратуру.